И всем привет! Вы на канале PlayNyasha, и сегодня мы с вами сделаем обзор мода Silent Mode. У нас изначально есть вот такая вот штучка Blueprint Package. Давайте посмотрим. Ага, вот, если на него нажать, у нас появляется вот такая вот необычная кирка, лопата, топор и это что? Это походу меч. Итак, давайте посмотрим, что же она у нас делает. Так, лопата. О, лопатой можно сломать землю. Ну, это понятно. Так, топор. Топор ломает дерево. Вот, честно говоря, я пока не замечаю, чтобы он рубал быстрее, чем деревянный топор. Но, возможно, мне так только кажется. Так, давайте попробуем добыть ресурсы. Отлично. Давайте еще срубим одно дерево. Вот, кстати, я не заметила, чтобы на инструменте был индикатор, когда он сломается. Обычно вот если мы делаем какой-то инструмент, внизу появляется полосочка. То есть то, насколько его хватает. Тут нету. Не знаю, может быть это бесконечный топор. Но это мы еще узнаем. Так, дерева у нас хватает. Давайте с вами куда-нибудь заберемся повыше. Вот, например, вот сюда. Большой паркурчик. Я вижу заснеженные холмы, где мы сейчас будем собирать снег. А я не пойму, почему нам ничего не выпало. Так, лопата. Лопата же должна рубать снег. Ну, вернее, не рубать, а добывать. Почему-то не получается. Так, давайте сами сделаем верстак. Сделаем обычную деревянную лопату. И сейчас проверим. Так, лопата деревянная готова. Так, нет, вот, кстати, деревянная лопата. Снег добывается просто замечательно. Переключаемся на Blueprint лопату. И она ничего не добывает. Неужели это лопата для того, чтобы копать землю? Ну, любопытненько. Так, ладно, давайте заберем отсюда верстак. Так, вот, у нас вот тут вот замечательный вид. Есть некоторые животные и есть камень. Давайте добудем немножко камня и посмотрим, какие же материалы мы можем вообще добывать этой киркой. Как-то она долго ломается. И, о боже, нам ничего не выпало. Вы что, серьезно? А уголь можно добыть? Что-то мы его долбаем, долбаем и никак не выдолбаем. Походу, уголь этой киркой тоже не добывается. Вот досада. А я не пойму, что тогда можно добыть этой киркой. Ну, давайте с вами спустимся. Так, нет, подождите, давайте сначала сделаем нормальную себе кирку. Так, добудем вот тут вот уголь у нас есть, и давайте добудем сразу камень еще. Вот, деревянная кирка, отлично ломает камень. А вот это вот из нового Silence мода
вообще что-то никак. Ну, посмотрим. Может быть, она добывает какие-то другие ресурсы. Может, конечно, это вряд ли, но может быть, ей можно добыть алмазы. Так. Добываем камень. Заберем еще немножко угля здесь. Ага, наша кирка сломалась. Давайте делаем сразу каменную кирку. Быстро, быстро, быстро добываем. Отлично, есть. Забираем наш верстак. И идем вон ту пещеру. Так, нам пригодятся факелы. Вот так чуть-чуть порядок в инвентаре сделаем. Так, ну а землю можно добыть этой киркой? Вот, этой киркой ломается чудесная земля. Да. Давайте зарубим себе парочку свиней. Ну... И что? Ладно, давайте возьмем меч. Ну, ты будешь убивать ее? Вот, наконец-то нам удалось добыть немножко мяса. Зарубали мы свинюшку. Так, сколько же ударов? 3. Четыре. Пять. 6, 8, 9, 10 ударов. Боже мой. Ну, хотя бы ломается. Уже неплохо. Так, где там была пещера? Ага, пещеры тут, в принципе, таковой и нету. Так, вот тут у нас есть, походу, гравий. Вот, гравий этой киркой ломается, кстати. Давайте добудем. Да, вот, кстати, вот единственный плюс, наверное, этих инструментов, это то, что они не ломаются. Интересно, а если умереть, они пропадут или нет? Вот. Интересно, вот. Проверим попозже. О, бля, смотрите, а там какое-то подобие парящего острова. Очень круто смотрится, конечно. О, а тут у нас есть тыковки. Давайте тоже ее соберем. Отлично. Так, этого нам будет достаточно. Идем дальше. Давайте попробуем прогуляться по миру Майнкрафт и посмотреть, что же еще интересного добавляет этот мод. Ух, боже, как долго этот меч. Так. Так, ну отлично, если что, мы можем сделать с вами кровать. А теперь отправляемся в путь. Так, смотрим, смотрим. Ну, песок, я думаю, по-любому можно будет добыть и киркой, и лопатой. Давайте поищем что-нибудь интересное. Ой. Суперчих в помощь. Теперь мы точно найдем что-нибудь интересное. Так, так, так. Давайте переведем на другую сторону.
Так, в принципе, мне кажется, ничего такого интересного в мире Майнкрафт не появилось. Ну, вернее, ничего необычного из этого мода. Так, ну, давайте с вами включим сейчас день и включим креатив. Так, отлично, день у нас есть. И посмотрим и с креативом. Быть может, что-то у нас невероятное все-таки есть тут. Так, творческий режим есть. Давайте посмотрим, что же добавляет нам этот мод. Вот, называется он Silent Gear. Он нам добавляет какие-то части анализа. Вот, незерское дерево. Это, я так понимаю, в аду оно будет. Также у нас есть множество вот таких вот инструментов. У нас даже есть кувалда и серп. Давайте возьмем серп. Попробуем сейчас тут покосить траву где-нибудь. О, например, вот здесь. Нет. Просто ломается. Даже не выпадает. Ну, ладно. Так, давайте уберем вот эти вот все инструменты. Вот тут вот есть катана из другого материала. Так, давайте возьмем. Ну, давайте возьмем обычный меч, обычную кирку. Так, тут, кстати, есть еще и броня. Есть вот такие вот разные таблички с разными материалами. А нет, может, это не табличка вовсе? Странно. Это какой-то апгрейд. Интересно, что же он будет апгрейдить? Так, давайте поставим верстак и посмотрим, что можно сделать с этим. Так, верстак. Смотрим вещи. К сожалению, нам пока что ничего нового не добавилось. Так, убираем. Открываем мод. Основной апгрейд. О, у нас появилась красная карта и синенькая бумажечка. Еще у нас есть новые слитки железа. Вот такое вот красное. Давайте возьмем сразу целый стак. Вот так вот. Есть также вот такие вот осколки изумруда и алмаза. Так, появился у нас еще разные обсидиановый меч. Такие вот разные виды мечей. Прикольно. Да, вот знаете, интересно поиграть с этим модом, если ты хочешь себе необычные прикольные вещи. Интересно вообще реально это все тут найти и скрафтить. Так, ну давайте попробуем себе сделать броню из вот такого вот слитка. Что-то не получается. Так. Может быть, надо сделать для начала блок? Нет, блок мы тоже не можем сделать. Очень странно. Вот, кстати, мы взяли новые элементы из мода, но в верстаке у нас так и не появились новые рецепты. Так, ну давайте с вами перейдем на выживание. Что-то мы неправильно... А, вот оно что. Так, game mode survival. Так, и давайте с вами проэкспериментируем с вот этой вот новой киркой. Так, ну, по крайней мере, дерево оно ломает. Ой, землю ломает. Блок деревянный тоже сломали. Тут у нас гравий, отлично.
Так, давайте попробуем сломать камень, потому что предыдущая синяя кирка, которая нам давалась изначально, ее невозможно было сломать этой киркой. Так, где тут есть камень? О, вот, я тебя нашла. Давайте попробуем сломать. И нам ничего не выпало. Ну, не хотелось бы делать поспешных выводов, но походу эта кирка предназначена тоже только для того, чтобы ломать землю. Давайте заберем сейчас с вами наши вещи. Вот, кстати, давайте возьмем себе сейчас из креатива яйцо зомбака и протестируем на нем свой меч. Возьмем обычный такой вот зомбачок, делаем выживание, и так как у нас зомбачки горят на солнце, давайте мы для них сделаем благоприятные условия и включим ночь. Вот так, отлично. Зомбак есть. Давайте поставим факел. Так, ну, надеюсь, я смогу убить. 4 удара, 5 удара. Ну, меч, давай не подведи меня. 6 ударов, 7. Давайте с вами посчитаем, за сколько ударов мне удастся справиться с ним. 12 ударов, 13, 14, 15, 16. Будет очень досадно, если этот меч абсолютно бесполезный. А нет, вот, отлично, 18 ударов, и мы наконец-таки справились с этим монстром. Так, давайте возьмем еще яиц. Мне вот стало интересно, а за сколько же ударов убивает железный обычный меч зомбака. Так, давайте возьмем железный меч. Давайте возьмем алмазный меч еще. Мне просто очень хочется взять алмазный меч себе. Так, может быть себе. Не, ладно. Вот тут вот есть, кстати, обсидиановые леггинсы, обсидиановые бутсы. И есть обсидиановая катана. Давайте сейчас это все примерим. Ну, в принципе, так. Ничего так. Зато не холодно. Так, железный меч. Раз, удар. Два. 4 удара, и наш враг повержен. А алмазный меч? 3 удара. Ну, то есть вы сами все прекрасно понимаете. Итак, это было выживание Silence модом, или еще называется Silent Gear. Мы осмотрели некоторые вещи, такие как кирки, мечи, протестировали лопаты. Пишите в комментариях, понравился вам такой модик или не понравился. Всем пока, до новых встреч!